Всех приветствую, друзья! Сегодня делюсь отличным рецептом морковных кексов. Если вы еще их не пробовали, то от души советую. 200 грамм моркови натираю на мелкой терке. 2 яйца и 150 грамм сахара взбиваю до бела. Добавляю 150 грамм сливочного масла комнатной температуры и смешиваю с яичной массой. Далее добавляю 200 грамм натертой моркови, 50 грамм измельченных грецких орехов, пол чайной ложки ванилина и пол чайной ложки корицы. Аккуратно все смешиваю. Просеиваю в тесто 200 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Морковь дает сок, и тесто получается необходимой консистенции. Если морковь попалась сухая, тесто очень густое, то разбавить его можно молоком. Добавляйте по 1 столовой ложке до необходимой густоты. Заполняю формы для кексов на 2/3. Отправляю в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Аромат потрясающий, как и сами кексы. С легкой хрустящей корочкой снаружи и рассыпчатые мягкие внутри. Кексы настолько богаты по вкусу, что не требуют дополнительных добавок, но если очень хочется их празднично подать, то можно украсить шапочкой из крем-чиза. Для крема я взбиваю 300 грамм сливочного сыра, 50 грамм сахарной пудры и 100 грамм сливок жирностью 33%. Сыр и сливки должны быть хорошо охлажденные. Украсить можно по желанию, например, ягодами, шоколадной стружкой, посыпкой или добавить в крем, например, пищевой краситель и придать любой оттенок. Очень вкусные и необыкновенно ароматные подарят минуты незабываемого чаепития. Приятного аппетита и до новых встреч!